Сегодня вечером в Большом зале Ленинского мемориала выступит лауреат международного конкурса пианист Эльмар Гасанов. Уроженец Севастополя Эльмар Гасанов начал обучаться игре на фортепиано в родном городе. В настоящее время он является преподавателем кафедры специального фортепиано в Московской консерватории. Сегодня вечером Эльмар Гасанов впервые исполнит все 4 скерца Фредерика Шопена. Наш разговор с Эльмаром состоялся во время репетиции, где он признался, что Шопен для него очень сложный композитор. В целом для ульяновских слушателей будет интересным и знакомство с талантливым, набирающим известность музыкантом и с яркой концертной программой этого вечера фортепианной музыки. Ирина Антонова, новости Ульяновской правды.